Привет, друзья! Это программа «Эх, дороги» и я ее ведущий Максим Суханов. Ну что ж, продолжаем инспектировать наши удивительные, невероятные пермские дороги. Вот и снег, как говорится, пошел. Теплеет, но синоптики говорят ненадолго. Я очень надеюсь, что проезжая часть, которая сейчас превратилась в гольный лед, все-таки чуть-чуть снегом подсыпят и его будут убирать, иначе ездить вообще невозможно. Поехали! Я сегодня нахожусь на пересечении улиц Полины Осипенко и Пионерская. На самом деле здесь, кто в курсе, был ремонт, масштабный такой ремонт. Многие парковки ликвидировали, мы, кстати, об этом еще поговорим. Новые знаки появились. И вы знаете, тут есть проблемы как раз-таки со знаками. Вот, например, если вы едете со стороны Комсомольского проспекта по улице Полины Осипенко, выезжаете, подъезжаете, точнее, к перекрестку к Пионерской, и тут, ну, кто в первый раз едет, у него возникнет вопрос. А, собственно, кто, где главная дорога, где уступи, что-то я ничего не понимаю. Потому что знаков-то вроде бы как нет. А на самом деле знак есть, друзья. Вот за этой будкой. Будка, где, собственно, наливают воду. Артезианская вода. Но это не реклама, друзья. Это скорее даже антиреклама, поскольку эта будка загораживает знак «Уступи дорогу». Кто здесь все это проектировал, кто разрешил оставлять вот на этом месте эту воду, я, конечно, понимаю, что для жителей это спасительная будка для многих, но, тем не менее, знак установили прямо за ней, этого знака, по сути, не видно. То, что касаемо парковок. На самом деле автомобилисты жалуются. После ремонта их здесь стало значительно меньше. Отмечаем, что здесь же находится кинотеатр «Премьер». Довольно-таки популярное место, потому что помимо фильмов, которые здесь показывают, здесь еще масса всего, что происходит. В том числе тут сюда дети постоянно ходят. И я сам с этим столкнулся, привез однажды сюда свою дочь. Нужно было подождать. Припарковаться, ну реально, вот около кинотеатра просто-напросто негде. Отмечаем, конечно, что парковки есть. Вот по улице Полина Осипенко. Ну вот посмотрите, все места заняты. Дальше на Пионерской. Вот несколько парковочных карманов. Они тоже заняты. Я даже вижу, что некоторые паркуют свои машины рядом. По сути, прямо на проезжей части. С другой стороны, на Пионерской тоже вроде бы есть несколько парковочных карманов. Но они также забиты. То есть, если вы вот прямо сейчас приедете сюда, то припарковаться вам негде. Только на проезжей части. Раньше, отмечаем, что можно было парковаться. Вот никаких вот заборов вот здесь около кинотеатра не было. Кто-то парковался прямо здесь у входа. Конечно, это неправильно, я с этим соглашусь. Поэтому, собственно, и установили вот эти ограждения. Ну и вот там парковались, где были деревья. Сейчас там появился бордюр, то есть никак не заехать. Вот вдоль деревьев прямо парковались автомобилисты. Плюс отмечаем, что появились, конечно, многочисленные запрещающие знаки. Вот там же, где я сказал, парковались, вот там мы видим запрещающий знак, парковка запрещена. Здесь, а на улице Полины Осипенко то же самое. То есть ликвидировали. Мы отмечали, вот здесь рядом находится Комсомольский проспект, что сейчас там тоже многие карманы парковочные ликвидируют. И это вопрос, который, на мой взгляд, сейчас самый главный у нас в Перми. У нас парковаться негде, если вы находитесь в центре города. Ну, просто негде. Если заезжать во дворы, как это раньше мы все любили делать, то и это сейчас невозможно, поскольку жители, понятно, возмущены, они устанавливают заборы, шлагбаумы, и просто-напросто туда не заехать. Ну что ж, друзья, на сегодня все. Это была программа «Эх, дороги» и я ее ведущий Максим Суханов. Увидимся завтра в это же время. Хорошего всем настроения, удачи на дорогах и, конечно же, будьте здоровы. Пока!